среду 13 июля прошел брифинг, посвященный проведению 9-го некоммерческого конкурса строительных компаний «Доминант-2016». На вопросы журналистов ответили первый заместитель главы администрации города Рязани Владимир Трушкин и главный редактор газеты «Домстрой» Денис Абраков. Как я уже сказал, конкурс проводится в 9-й раз. В «Доминанте-2016» участвуют 24 объекта, представленные 12 строительными компаниями. Соответственно, мы анализируем каждый объект по 23 критериям различным, которые касаются как и характеристики самого дома, планировочных решений, конструктивных особенностей квартир, применения энергосберегающих технологий, комплексности застройки, ну и, естественно, отдельный блок критериев, посвящен характеристике самой компании, ее социально ориентированной ценовой и маркетинговой политики. Сейчас уже стартовал первый этап конкурса. Это очное обследование домов и сбор материалов от застройщиков. Уже буквально на днях начинается второй этап. Мы анализируем документацию, предоставленную застройщиками, паспорта объектов, анкеты и, соответственно, совместно с конкурсной комиссией, куда входит и соорганизатор конкурса, будем определять лучший дом Рязани по итогам 2015 года, по тем критериям, которые изначально описаны в положении о конкурсе «Доминант». Я хотел бы отметить, что конкурс уже стал традиционным и себя проявил только с положительной стороны. Мы все отлично понимаем, что город должен быть архитектурнее, интереснее выглядеть. И самое главное, что в этом курсе мы определяем победителей, как бы создаем при этом еще конкуренцию в борьбе за качество, в первую очередь за качество и за благоприятные условия проживания наших уважаемых горожан, жителей города Рязани. Мне привлекает этот конкурс еще тем, что в конкурсе подведения итогов, рассмотрения материалов, которые застройщики предъявили, он уже с 1 июля приступил к работе, принимают самые активные участие жителей города в проверке документации, в проверке качества выполняемых работ. Я считаю, что когда простые люди, простые граждане участвуют в этом процессе, это самая главная гарантия качества, которая будет достигнута по итогам строительства того или иного объекта жилищного назначения.